Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 10 августа. 15.06, в Одессе объявлена воздушная тревога. Причина, по которой объявили воздушную тревогу, это активность вражеской авиации в небе. Уже сообщают о взрывах в Кропивницком и Винницкой области. В Одессе на данный момент все спокойно, но всем, кто смотрит меня, лучше пройдите в укрытие, потому что обстановка очень напряженная на фоне вчерашних прилетов и взрывов в Крыму. Еще раз повторюсь, в Одессе пока все спокойно, взрывов никаких не слышно. Вот. Я на связи, как информация будет обновляться, сразу же буду сообщать. До встречи в новых видео, всем пока. Шановні громадяни, в місті Одеси оголошено